хочешь купить топовые игры, но не знаешь где? Тогда заходи в магазин Fine Shop. Здесь ты можешь найти аккаунты Origin, Uplay, Steam, гифты, ключи Steam и многое другое. И все это по очень низкой цене. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Игорёк, и в этом ролике я расскажу вам про сайт, где можно получать ключи, то есть они постоянно обновляются, здесь раздаются ключи как к самим играм, так и дополнения к разным играм. Значит, так что эта раздача будет многоразовая, заходите на сайт, добавьте его себе в закладки и проверяйте на наличие новых раздач. Значит, есть здесь вкладочка активная. Раздачи, новые раздачи, ну и раздачи, которые закончились. В принципе, думаю, все понятно. Авторизоваться нужно через Facebook либо через Steam. Но, скорее всего, проще через Steam сразу авторизоваться, потому что там будут задания по Steam. Ну, я сейчас авторизуюсь и продолжим. Авторизовался. Я также на канале создам новый плейлист. Он будет называться «Многоразовые раздачи Steam». И туда я буду добавлять ролики именно вот как раз-таки с такими сайтами, где раздачи постоянно обновляются, чтобы вам было проще находите эти же сайты. Так, ну что, давайте вот перейдем к раздаче. Допустим, вот игра под названием Goo Cubbles, какой-то там Color Blocking Steam, for Steam написано. Значит, чтобы получить, написано выполните все задания. Значит, задания, как видите, по типу лайк Facebook, проверьте YouTube, что-то там, репостните тоже Facebook, там, join вступить в группу в Steam. Все, я выполнил, значит, все задания. Нажимаем на кнопочку Pick up the key. И мы получаем ключик. Давайте посмотрим другие раздачи. К сожалению, тут некоторые задания нужно переходить на сайт там и зарабатывать какие-то очки, поэтому не получится получить тут некоторые игры. Ну, конечно, если вы не хотите заморочиться, но лично я не хочу заморочиться. Вот, кстати, DLC-ху я нашел. Здесь написано вот Free Explorer Pack. Ну, насколько я знаю, это игрушка бесплатная, поэтому там вроде бы есть такое вот дополнение. Так, давайте посмотрим другие игрушки. Здесь почти на всех раздачах нужно переходить на их сайт и выполнять какие-то там достижения на сайте, зарабатывать. Наберите каких-то 300 бананов на нашем партнерском сайте. Кстати, вот это партнерский сайт, вот это онлайн-геймс. Banatic.com называется сайт. Здесь также, как я понял, проводятся всякие раздачи. И в итоге мы всего лишь получили, получается, одну игрушку. Но, надеюсь, раздачи будут без вот этих дополнительных заданий, чтобы переходить на их сайты, потому что это реально гемор. Ну, а так, в принципе, все равно возьмите сайт на заметочку, мало ли, раздачи какие-то годные будут. Ну, а если вам понравился этот ролик, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, скидывайте ролик своим друзьям. С вами был Игорёк, всем пока!